обратились многие граждане, у них было такое требование повысить ответственность органов государственной власти, в том числе президента и депутатов Жогорку Кеңеши, и судебной ветви власти. Мы учли, вот мы вели, вот посмотрите, пожалуйста, у нас вот президент отвечает, импичмент есть. Президента можно отстранить от работы. На это имеет право депутаты Жогорку Кеңеши, между прочим. Они отстраняют президента от работы, от должности. А наоборот, президент распускать депутатов Жогорку Кеңеши, он не имеет права. Провести досрочные выборы депутатов Жогорку Кеңеши, он не имеет права. Значит, вот посмотрите, пожалуйста, у депутатов Жогорку Кеңеши есть возможности отстранять от работы президента и привлечь к ответственности. А наоборот, президент такими правами не пользуется. Он таких прав не имеет просто вот.